Здравствующим, добрый день. С вами компания Китфинанс и я, Елена Беляева, и наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Итак, давайте переместимся на графике, посмотрим текущую ситуацию. Итак, давайте взглянем, начнем наш обзор индекса S&P 500, вернее, с фьючерса на индекс S&P 500 и посмотрим, что у нас здесь происходит. Вчера было заседание ФРС, мы его ждали достаточно давно, и были у участников рынка надежды на то, что это заседание как-либо прояснит ситуацию со сроками сворачивания программ количественного смягчения. ФРС практически не дала повода, чтобы понять, что будет происходить. Все формулировки были очень такие обтекаемые, и минимум информации относительно намерений ФРС. Поэтому, по сути дела, остается только рассчитывать на то, что участники рынка как-то среагируют на эту ситуацию. То есть, по сути дела, придется учитывать именно интерпретацию участников рынка, которую они из этого всего вынесут. Пока похоже, что никакого такого ясного мнения не сложилось. Вчера немножко вечером какие-то небольшие колебания на рынке были, вверх и вниз. В конечном итоге все осталось на прежних уровнях, и мы видим, что никакого существенного изменения динамики здесь не происходит. То есть волатильность не увеличилась пока, и пока фьючерсы находятся в той же ситуации, в которой они были, то есть под сопротивлением у самого сопротивления, и пробоя вот этого сопротивления не произошло. Ну и не произошло отката. То есть, опять-таки, та вот пограничная ситуация сохраняется. Чтобы было понятно, что рынки американские готовы двигаться дальше, нужно, чтобы фьючерсный S&P 500 пробил уровень 1700, тогда будем ожидать движения в район 1720 как минимум, и в этом случае мы увидим какой-то всплеск активности на нашем рынке и движение к более высоким уровням. То есть сейчас в текущей ситуации есть два варианта развития событий. Первый вариант — это опять-таки все-таки пробой этого уровня и уход на более высокие уровни, тогда будет целью 1720, или будет разворот от текущего уровня сопротивления и уход на более низкие уровни в район где-то 1660 по фьючерсу на индекс S&P. Вот. Поэтому пока ситуация остается неопределенной. Как бы нам не хотелось определенности, вот пока она не наступает. Но все-таки вчерашние заявления были скорее позитивными, чем негативными. То есть они сняли, по крайней мере, страхи сворачивания программ в сентябре месяце, что само по себе неплохо. То есть, по сути дела, вот эти заявления показали, что снижение российского рынка два последних дня были безосновательными, и сегодня мы видим отскок. Опять-таки, считать этот отскок началом роста, вот сложно на это надеяться, потому что это просто снятие перепроданности после двух дней снижения, и пока на продолжение динамики, честно говоря, рассчитывать не приходится. Ну, по сути дела, то, что будет нас убеждать в том, что движение вверх будет продолжаться, надо, по крайней мере,
пройти наверх уровень 1400 по МВБ. Посмотрим, как сегодня будут дальше развиваться события. Сегодня будет выступление Марио Драги в 16.30. В общем-то, рынки ждут, что услышат от него что-то новое. Вряд ли на самом деле это произойдет, потому что Центробанку Еврозоны сейчас, скорее всего, лучше всего занять выжидательную позицию. Данные по Европе потихонечку начали улучшаться, и форсировать как-то события сейчас, скорее всего, не время. Поэтому, скорее всего, вот ситуация будет развиваться больше в таком в плане выжидания. Но все-таки рынки ждут 16.30 и надеются, что Марио Драги как-то прояснит политику Банка Еврозоны в ближайшее будущее. И завтра еще ожидают нонфарма. Вот уже после, наверное, нонфармов все-таки сложится какое-то мнение относительно того, что следует ожидать в будущем. И тогда, возможно, все-таки ситуация и на американском рынке разрешится в какую-либо сторону. Ну и мы тоже, соответственно, будем двигаться в соответствии с этим решением. Вот. Поэтому здесь на индексе МВБ сегодня мы видим хорошее движение вверх. Стремится индекс к уровню 1400. Но вот не факт, что удастся его преодолеть. Было бы, конечно, неплохо, если бы это случилось. Тогда бы было больше шансов на выход из коррекции и на возвращение к росту, но, по крайней мере, сейчас, в данный момент, ничего сказать об этом нельзя. Посмотрим. Значит, сегодня рынок отрастает, индекс МВБ стремится уровню 1400. Основные акции тоже показывают позитивную динамику. Давайте по акциям пробежимся. На ВТБ ничего нового. Опять тот же самый боковик и движение вчера в тестировании нижней границы, тестирование верхней границы. Пока выхода из этого боковика нет, не стоит вот на эту тему в эти движения вовлекаться. ГМК Норникель после вчерашнего движения вниз, после провала по ниже поддержки 4500, пытаются немножко отрасти. Подошел обратно к этому уровню снизу, но пока силы здесь не видно. Если будет проходить уровень 4500 наверх, и если будут появляться объемы, тогда, может быть, можно будет поучаствовать в этом движении. Пока в настоящий момент нисходящий тренд сохраняется, и вот текущее движение – это просто отскок после вчерашнего провала. Пока здесь ситуации на вход нет. По «Газпрому» тоже сегодня «Газпром» 1,5% в плюсе, но пока держится в рамках своего бокового коридора. И здесь тоже ситуация не выглядит стабильной, честно говоря. На самом деле вполне легко, хоть завтра, может ситуация развернуться и обратно пойти движение в район по 28 рублей. Поэтому здесь на происходящее рассчитывать очень сложно. Лучше пока в этих движениях не участвовать. Если позиции есть, можно их продолжать удерживать. По Лукойлу. Ну вот вчера мы говорили про целевой уровень снижения 1950, по сути дела. Вот этот уровень был достигнут, и сегодня мы видим отскок от этого уровня, уход выше, опять-таки, уровня 1970. Ну, пока тоже ситуация остается неопределенной, и пока здесь нет сигналов для входа в позицию.
Роснефть. Роснефть неплохое движение тоже сегодня было, больше 1,5%. Но, честно говоря, пока тенденция не сломлена, пока движение не развернулось и пока сигналов на вход не было. То есть целевой уровень снижения, который мы называли 234 рубля, ну, почти был достигнут, небольшой недоход был, но пока вот в текущей ситуации я бы выдержалась в открытии позиций. Далее, Сбербанк выглядит сильно, то есть здесь можно было присоединяться к этому движению и, по сути дела, и обычные акции и привилегированные подрастают и, по сути дела, в этом движении можно участвовать. Так. То, что касается Сбербанка, Новатек неплохо выглядит, продолжая движение вверх. И какие еще акции посмотреть? Ну, давайте посмотрим на страдальцев Уралкали. Немножко стабилизировалось снижение. Это, в принципе, хорошо, что снижение дальше не продолжается, не давит на рынок. Но пока покупатели здесь не появились. То есть должно пройти некоторое время, пока и станут бояться покупать эту бумагу. Итак. Что еще можно посмотреть? НЛМК из восходящего тренда перешел в боковик. Ну, пока имеет смысл понаблюдать, как будут дальше развиваться события. Здесь изменение характера движения, оно вполне может в конечном итоге вылиться в какую-то коррекцию. Поэтому здесь свежих позиций пока открывать не стоит. А существующая позиция имеет смысл защитить стопами. И та же самая ситуация с Северсталью. Тоже растущий тренд перешел в боковое движение. И пока непонятно, чем эта ситуация закончится. Так, вопрос от Василия, стоит ли сейчас посмотреть в покупке акций Нижнекамский нефтехим. Хорошо просили, по ним платят хорошие дивиденды. С чем связана недавняя просадка? Акции, да, действительно просели, но... Честно говоря, вот то, что, чем мы занимаемся на нашем брифинге, мы анализируем рынок с технической точки зрения, то есть мы применяем теханализ. Вот на этих акциях точно теханализ никаким образом не работает, поэтому здесь сложно дать какой-то совет с точки зрения технического анализа. Акция на самом деле интересная, акция одна из таких удивительных акций на рынке, на которой держится восходящий тренд в течение длительного времени, поэтому да, в движении этой акции всегда хочется участвовать и, соответственно, просадка, она часто воспринимается участниками рынка как возможность для входа в эту бумагу. Что здесь можно сказать? Ну, единственное, что можно попробовать, но в данном случае никаких гарантий нет, и в текущей ситуации предсказать, что будет дальше происходить бумага, достаточно сложно. Да, дивидендная политика в этой компании достаточно привлекательная, и особенно по привилегированным акциям она привлекает долгосрочных инвесторов в эту бумагу, поэтому вполне возможно, что тренд здесь будет сохраняться, и попробовать можно поучаствовать в этом движении, если у вас достаточно терпения ее держать. То есть движение, оно такое медленное, постепенное, и нужно обладать достаточным терпением, чтобы держать такие бумаги. Так, что вы думаете про Транснефть? Было снижение на 10%, стоит ли прикупить или подождать? Давайте глянем на Транснефть. По Транснефти просадка была связана с
корпоративными новостями. Точно помню, что были новости, но не помню, честно говоря, какие. Поэтому здесь ситуация выглядит тоже неплохо с точки зрения, с технической точки зрения. Роснефть находится в восходящем канале, если мы вот такую краткосрочную ситуацию посмотрим. Не знаю, в каком масштабе вы торгуете, поэтому, в принципе, здесь вот эта вот просадка, которая произошла, она в конечном итоге может развернуться, и бумага может вернуться в восходящее движение. Но вот что могу посоветовать? Во-первых, посмотреть, на чем было вот это проседание, какая была новость. То ли что-то с тарифами было связано на транспортировку нефти, то ли, вот, честно говоря, не помню. Поэтому надо посмотреть, что там происходит с компанией, тогда оценить уже силу вот этих, так скажем, новых каких-то сообщений. Ну и смотрите, ловить этот разворот, потому что сейчас, в настоящий момент, я этого разворота не вижу пока. И если этот разворот будет происходить, то можно попробовать присоединиться. Тоже Транснефть одна из наиболее сильных бумаг на рынке, то есть на ней тренды существуют достаточно длительное время, поэтому если предоставляется случай присоединиться к этому движению, нужно пробовать. Пока вот в текущей ситуации объемы даже не появились, объемы низкие, после снижения какой-то активности здесь не наблюдается. То есть участники рынка не спешат откупать бумагу. Надо просто выяснить, что там происходит. То есть в таких бумагах, как Нижнекамскнефтехим и в подобных бумагах, все-таки на одну технику полагаться не стоит. Если, скажем, там акции Газпрома или Сбербанка или той же Роснефти можно анализировать технически и не особо сильно заморачиваются по поводу новостной базы, потому что все новости, они моментально отражаются на графике, то вот с менее ликвидными акциями имеет смысл быть в курсе, что там происходит, из-за чего происходят распродажи, и тогда уже оценивать возможность воздействие этих факторов на цену бумаги. Почему так? Потому что на рынке сейчас на российском мало денег, и денег хватает только на наиболее интересные бумаги, наиболее сильные. Если по бумаге прошли какие-то, скажем так, плохие новости, в этом случае деньги из этой бумаги могут перетечь в какую-то другую, и интерес участников рынка к этой бумаге может на какое-то время заглохнуть. Так, фьючерсы, давайте тоже посмотрим, фьючерсный индекс РТС. Так, здесь что происходит? Здесь сегодня трижды фьючерсный индекс РТС атаковал уровень сопротивления 133 тысячи. В конечном итоге удалось подняться фьючерсом выше, что, в принципе, вселяет надежду на то, что продолжение следует. И сегодня, если после выступления Драги движение будет продолжаться, то в этом случае будем ждать продолжения отскока. На самом деле это отскок тоже после двух дней снижения нашего рынка, спровоцированный распродажами в Уралкале и, соответственно, ухудшением настроения на рынке. То есть здесь то, что сейчас происходит, происходит восстановление вот этих позиций, которые были оставлены два дня назад. И здесь возможно продолжение движения в район где-то 134,5 тысяч. То есть
в принципе, такое движение здесь вполне может быть. Единственное, значит, опасность составляет завтрашний день, нон-фармы и реакция на рынка на них. То есть если сейчас достаточно такая интересная ситуация возникла, ситуация состоит в том, что сейчас данные, выходящие на американском рынке, будут на хорошие данные, будет отрицательная реакция. И вот завтра вполне возможно мы такой вариант и увидим, что данные выйдут хорошие, а реакция будет рынка негативная. Вот на этом, собственно, может быть просадка нашего рынка в пятницу. Вот. Поэтому здесь, в принципе, ситуация развивается пока позитивно. Будем следить за развитием событий. Так, далее. И рубль-доллар пока стабильно держится. Вблизи 33 рублей держится рубль на споте, и в районе 33 держится фьючерс. Центробанк увеличивает размеры валютных интервенций, то есть он продает долларов больше, чем раньше. И это должно остановить ослабление рубля вот здесь в моменте. И, возможно, будет здесь некоторое коррекционное движение на более низкие уровни. Но пока вот сегодня даже вот эти интервенции не смогли сбить пару рубль-доллар на более низкие уровни. Пока держится достаточно стойко за уровень 33 рубля за доллар и просто консолидируется здесь пара. Поэтому здесь сейчас длинная позиция новая в фьючерсе пока открывать не стоит. Более вероятно консолидация вблизи текущих уровней и некоторая коррекция на более низкие уровни. Вот такая ситуация. Давайте еще взглянем на нефть. Нефть достаточно красиво вчера оттолкнулась от поддержки в 106 долларов за баррель. Нефть Brent мы имеем в виду. И на последние часы вечерней сессии достаточно неплохо отросла. И сегодня продолжается победная движение цены на нефть на более высокие уровни, выше 109 долларов за баррель. Мы сейчас видим нефть Brent. С чем связано? Связано с были определенные заявления со стороны Америки относительно политики, направленной на Иран. И вот эта реакция на цене на нефть, она не тут же последовало. Итак, здесь на самом деле все пока позитивно с ценой на нефть, и будем ожидать, что эта ситуация поддержит наш рынок и позволит ему подняться на более высокие уровни и позволит переломить вот эту тенденцию снижения и, по крайней мере, даст возможность остановить коррекцию и начать двигаться на более высокий уровень. Так, все, пожалуй, на сегодня. Всем спасибо за внимание и до свидания, до завтра. Завтра я заменяю Дмитрия на утреннем брифинге в 11.15, поэтому завтра можете подключаться на тот брифинг, на который вам удобнее. 11.15 или 16 часов. Всем до завтра и всем удачи.